Именительный падеж. What is the nominative case? It is the initial form of Russian nouns. Dictionary form. It answers the questions who or what. It serves to identify the subject of a verb. It is used without prepositions. The subject is always in the nominative case. Собака лает. Дети играют на улице. Я иду домой. На столе лежит книга. Наступила ночь. Зима. It can also be used together with a verb to form a predicate, to provide further information about the subject. Я студент. Моя мама врач. Она красивая девушка. Саша – ответственный человек. Собака – друг человека. Это книга. Это лиса. Это мой отец. Вот мой дом. Вот диван. Вот она. У меня есть сестра. У него есть машина. У нас один ребенок. У нас два кота. У нее красивые глаза. У меня грипп. У них проблемы. В городе есть больница.
Здесь есть врач. Там дерево. Там стоит дом. Там находится дом.